среду. Алло. Я согласна на развод. Развод так развод. 18 лет семейной жизни, а в сухом остатке ни капли любви, только равнодушие. Мне нужно немножечко радости, положительных эмоций. Здравствуйте, я Лена, ваша соседка. Вы, кстати, не пьете? Нет, я не пью. Могли бы вместе выпить. Я, возможно, попрессовать буду. Вы знаете, кстати, я, пожалуй, пойду. Я пошутил. Ну, чего вы такая наивная? Куда едете? В Каменск. Правда? Не был там 15 лет. Ленка! Я знаю, жена и детей. Максим Алексеевич. Владик, ну здравствуй, сына. Ну здравствуй, папа. Я здесь, я по-прежнему тебя люблю. Ты любишь ту девочку, которую когда-то катал на велосипеде. А скорая у нас? У нас ножевое ранение. Надеюсь, операция пойдет успешно. Ну что, доктор? Не надо ничего не говорить. Ирина Лачина. В фильме «Я подарю себе чудо». В среду на ТВ-РУС.